Февраль месяц, ребята, погода ужасная. Смотрим не на землю, а на деревья, чтобы веткой не привалило. Но приехали мы сегодня в лес походить, покопать. Раскладываем приборы. И сейчас будем пробовать что-нибудь найти в такую ужасную зимнюю погоду. Ну а вы, друзья, оставайтесь на канале, смотрите. Я надеюсь, находки будут. Смотрите, ребята, что выпадает. Пятак Екатерины. 77-й год. Заложили шурф. Пошло стекло, керамика. И выпал пятачок. И сигналы еще идут. Поисковая экспедиция. В поиске заброшенных деревень. О, пацаны, окопы роют. Видно, что-то там есть или что-то было. Не зря они роют. Блогер за работой. Вот так вот, ребята, делается блогерская работа. Снимаются сигнальчики и вам показываются. Цветной сигнальчик. Охуенно. Какая-то брошка или украшение. Самое главное, что оно блестит, нахуй. Ну да, блестит красиво. Вот сюда надо уходить. Углубляемся на фундаменте. Очередной сигнальчик. И вылетает 2 копеечки. 1926 года. Довольно неплохом сохранчике. Снег, ветер, копать тяжело, но находки радуют. Вот, там что-то еще звенит красиво. Еще какой-то красивый сигнальчик. Пошли находочки, ищем, ищем. Нас это радует. Хотя, посмотрите, снежок идет. Снег идет. Ветер, снега сантиметров 30 под нами, точнее земля под снегом, снега сантиметров 30 навалило. Вот роем, роем, роем. Лучше, чем сидеть дома или лежать на диване, смотреть телевизор. Ну, что тут выпадает? Находочка у Дениса. И вот такая какая-то интересная подвесочка. Кусочек цепочки. Латунь или медь. Непонятно. Но интересно, интересно, что это могло быть. Если знаете, пишите. Будем рады, если вы нам поможете. Очередной сигнальчик. И выпадает 1 копейка 1930 года. Потихоньку углубляемся. Опять пошел снег. Ну, хоть ветер немножко успокоился. И выпадает следующий сигнал с того же места. И выпадает 1 копейка опять. Но только 1928 года. Находки идут. И это нас очень радует. Здесь начали шурфить, но тут, похоже, сарай стоял какой-то, потому что только битое все. А вот уже забрались на горочку и пошли монеты. Пошли кое-какие находки. Лес зимой.
ветер то успокаивается, то начинает дуть сильно. В лесу особо, конечно, ветер не чувствуется, но деревья шатаются, ветки падают. И довольно неприятно. Вот, ребята, еще выпадает одна монетка. И выпадает 3 копейки. 1924 год. Довольно крупная монета. Но с обратной гербовой стороны видно, что она немножко подгулявшая. Ну, может быть, еще очистится. Посмотрим. Но красивая, красивая монета. Ничего не скажешь. С такого вот раскопчика выпадает сразу 2 монеты. Выпало 3 копейки 31 года и 2 копейки 30-го. Видите, выкапываем землю, а ее сразу накрывает снегом. Работа идет. Скоро уже приближается вечер. Поэтому ускоряемся, углубляемся. И потихоньку закапываем свои раскопанные шурфы, чтобы не оставлять эти раскопы. Тут немножко поровняли. Немножко облагородили. Еще у нас, наверное, 2 часика есть покопать. Снег то идет, то пропадает. Слава богу, что он закончился пока что. Вот какие-то сигнальчики выпадают. Серега поднял сразу 3 монетки. Ну вот, снимем попозже. Сейчас спешим. Все находки не отснимаем пока что. Потому что жалко времени. Вот что-то там ребята нашли. Красота. Красота, ребята. Не сидите дома. Копать можно даже зимой. Если в лесу много снега, то под ним земля не замерзшая. Земля копается, как и летом. Ну, продолжаем. Отдохнули, продолжаем дальше. Серега вон стоит, по пояс закопался. Земелька хорошая. Находочки тоже в сохране. Выпало еще 2 медных монетки. Пол копейки. 1925 год. И 1 копеечка Николая II. Но, к сожалению, год мы еще пока не разглядели. Ну, скоро уже шурф будем заканчивать. Находки есть, это радует. Как бы почти все монетки вы увидели в видео. Ну, а итог увидите чуть-чуть попозже. 30 рублей. Наши приборы, которые мы с собой берем на шурф. Вот наш коп подошел к концу. И все, что мы нарыли с шурфа. Конечно, монеток нормально, в принципе, нарыли. Зимой это за счастье, подержать монету в руках. Некоторые зимой о копе только мечтают, а мы копаем. Ну, на этом, друзья, видео заканчиваю. Всех благ вам, вашим близким. И кладуху под катуху.